человек, вы тут забыли. Это не мое. Ваше, ваше. Желаю творческих успехов. Он самый. Встречаете? Хорошо? Где? Что? Ансамбль где? А, ансамбль? Там. Ваня! Так это что такое? Ты как посмела? А? А между прочим, Ваня, ты перчатки забыл. Ага. Спасибо. Но первым поездом едешь обратно. Кто это? Он это... Один? А сколько? Остальные где? Остальные? Ну, там. Сюда потом дойдут. А этот? Этот тренер. Композитор. Дирижер в основном. Непредставительный какой-то. Хлипкий. Так он же музыкант, а не грузчик. Столичная знаменитость. По моде одеты. Не в тулупах. Много вы понимаете в моде. Да. Теперь тулуп это самое ретро. Но все равно ты без меня пропадешь. Первым поездом, я тебе сказал. Да очень. Товарищи из ансамбля, ну что же вы, мы вас ждем. Молодой человек и ребенок, вы куда? Мы же вместе идем. Она? А ведь и вправду. Ничего. Здравствуй. Здравствуйте. Ты меня совсем не узнаешь? А почему, собственно, Елена Игоревна должна узнавать вас? По-моему, вы не знакомы. Ты что, не предупредил? Да предупредил железно. С влюбленными у них в голове тараканы. Ты ж сам... Тормозни его! Уважаемый товарищ обоздался. У нашей Алены Игоревны лицо типическое. Типическое, типическое такое. Поэтому ему показалось, что... Да вы что? Что? Кто дал вам право на подобные высказывания о моей внешности? Это безобразие, товарищ Брыль. Виноват? Возьмите вожжи, займитесь лошадьми. Виноват. Это у вас лучше получится. Слушай. Как странно получается. Что это за ансамбль у вас? Малогабаритный какой. Ну, какой есть. Ну, понятно, не понял, нету. Аву мы не ждали, но... Скажите, как зовут этого молодого человека? Его зовут Иван Сергеевич. Он мой брат, а вы его совсем-совсем не помните. Иван Сергеевич? Это как Тургенев. Тургенев? А, Каштанов. Смотри, какой говорливый, заткнул бы его чем. Может, трубой? Какой трубой? Ну, трубой. А ты куда? Куда пешком? Да, так вот, я интересуюсь. Простите, пожалуйста, но нам пора репетировать. Как репетировать? Сейчас, здесь? Репетировать? Как? Давай, начинай скорее. Может быть, еще лучше получится. Не-не, я не могу. Ты что? Ну что ж со мной делаешь, сможешь, а? Ну, если по-настоящему ты любишь, ну, сможешь ты. Ну, играй, видишь, она смотрит. Ты? Чего с трубой? За садяй пообщался. Ты что, колдануть не мог? Представляешь, забыл. Склеротик. Снежную даль и белый.
Зачем же вы без меня поехали? Кто это? А-а-а!